В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла 53-я традиционная новогодняя манжусовская лыжная гонка. Старт ей дали министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. На этот раз на лыжню вышли около 1200 человек. Именно такой лимит участников установили в 2022 году организаторы. Самым младшим лыжником, зарегистрированным для участия в 53-й манжусовской гонке, стал Дмитрий Кубышкин. Ему исполнилось всего 2 года. Наиболее возрастным участником был 85-летний Юрий Исаев. В зависимости от возраста спортсмены бежали дистанцию от 600 метров до 18 километров.